И сегодня же председатель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов провел на территории перинатального центра в Махачкале рабочее совещание. На стройплощадке уже проложены наружные коммуникационные сети. В срок до 1 сентября завершатся работы по асфальтированию прилегающей территории. Абдусамат Гамидов напомнил, что перинатальный центр возводится по поручению президента России в рамках государственной программы модернизации здравоохранения Республики Дагестан на 2011-2016 годы. А данное медицинское учреждение имеет ключевое значение для нашего региона. В заключение Абдусамат Гамидов поручил уже в ближайший понедельник провести совещание по первоочередным вопросам строительства с участием городских властей. Напомним, перинатальный центр в столице Дагестана станет одним из самых крупных среди подобных учреждений в стране. Ввод в эксплуатацию центра общей площадью около 40 тысяч квадратных метров и рассчитанного на 150 коек запланирован в конце 2016 года.